Привет. 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 Ну что, вы уже отошли от куриного попкорна? Помните его, да? Ну а что, пусть организм тоже не расслабляется. Да? Мало ли какие времена настанут. Но знаете, на всякий случай, давайте сегодня что-то полезное. Как насчет 2 ингредиента, 5 минут работы, еще 15 выпекания и печенье к чаю готово. Поехали. Чистим, в общем, 2 банана. Ломаем их на куски и кидаем в тарелку. Берем вилку, разомнем хорошенько, ну так, до состояния пюрешки. И самое сложное, не съесть все сразу, потому что нужно добавить еще 2 ингредиент, овсяные хлопья. 150 грамм цельнозерновых, не моментального приготовления. Вообще, отвыкайте покупать такие. Хорошенько перемешиваем до однородности и отставляем. Как вариант, можете добавить еще 2 столовых ложки какао. Это мы сделаем как вторые печеньки. Ну и если не любите овсянку, как вам кокосовая стружка? А? Только берите натуральную, я вас прошу. Дальше, значит, формируем печенье. Не забудьте смочить руки водой, чтобы ничего не прилипало. Набираем небольшое количество теста, катаем между ладоней и получаем шарик, который потом отправляем на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Ну или ничем не застеляйте. Вам же его в видео не показывают, правильно? Итак, овсяно-банановые печеньки. Еще одни с добавлением какао, круглые или кубиками, как хотите. Кстати, если вы, как Ярослав Иванович, фанат вомбатов, ну во всех их проявлениях, то квадратные печеньки как раз для вас. Помните, как Женя говорила? Ну а в-третьих, это источник тех самых кубиков, ради которых вы до сюда и досмотрели. Как это вообще возможно? Ну, во-первых, вомбаты едят траву очень жесткую, и она выступает как арматура. Во-вторых, у них очень долгое пищеварение, в процессе которого вся вода отжимается из их вот этих будущих болюсов. В-третьих, специфическая форма отверстия. Ну, кстати, очень популярная в Австралии, вспомним тех же кубомедуз. Ну и остается одно небольшое мышечное усилие, и вот он, идеальный гексаэдр квадратиш. Крутая тетка, да? Помните наш совместный выпуск? Огонь. Кстати, кроме нее больше никто не пришел. Чего? Непонятно. В итоге стою тут один. С котом иногда разговариваю. Ну, вон он. Лежит себе. Ну и с этим Ярославом Ивановичем. Ну о чем с ним говорить? Он фанат вомбатов. Кстати, сырые тоже ничего. Странно, что ни банана, ни какао не чувствуется. И третий вариант – кокосово-банановый, который можете засунуть по орешку. Представьте, что это миндаль. Угу. И дополнительно окунуть в кокосовую стружку. Чем не Рафаэлки, а? Духовка за это время прогрелась уже до 180, правда? Поэтому подбираем противень и швыряем его туда. Ну, минут 13-15. Лучше слегка не допечь, ну, чтобы не были слишком сухими. Достаем затем, перекладываем куда-нибудь, вспоминаем за банку арахисовой пасты из прошлого выпуска. По-моему, это отличная пара. Вкусно, сытно, ппшно. Боже, как они это делают. Ах, ну, вы видите, да? Сухенькие снаружи, полезненькие внутри. Ну, полное пп, в общем, вы поняли. Но к чаю... То, что надо. Увидимся. Ппшечка.